мы здесь будем жестко наводить порядок здесь. Мы вот с Владимиром Васильевичем эту ситуацию обговорили дальше. И не будем допускать, чтобы в радиусе, в ближайшем радиусе были такие увеселительные заведения и объекты, которые торгуют алкоголем. Нет, слушай, поэтому надо смотреть по всем этим ларькам. Язык не поворачивается сказать павильоны. Но если мы это делаем, территорию, а мы понимаем, что территория, где она находится, она в сжатом объеме, в сжатом объеме. И у нас с вами расширения здесь нет. Поэтому здесь каждый метр для детей, его нужно использовать. Каждый метр. Не километр, а метр. Если у нас есть объекты, где мы можем там позволить себе там расширить, здесь мы ничего не можем расширить. Здесь мы находимся уже в сложившейся застройке. Если уже ты никуда не выйдешь за рамки. Но тем не менее, в любом случае, да, исходя, значит, суда не хватает. Вот мне тут объясняют. Квадратных метров, 50 метров. И, ну, расширите школу, значит. Территорию школы. Слушайте. Выше, больше. И уберите все эти алкогольные места там. Всякие-то рюмочные, закусочные, пивные ларьки. Они здесь не нужны. Они здесь точно не нужны. Да, люди только спасибо скажут, когда вы всю эту учреждение отсюда уберете, здесь за выражение. Да, поэтому, а здесь, конечно, Владимир Васильевич, правильное решение я поддерживаю. Если от меня необходимо какие-то решения дополнительные, да, то я готов здесь выделить финансовые средства, в том числе. Потому что я вижу, территория сжата, но здесь надо все предусмотреть. Ну и хватает. Если вы тут все сносите, у вас для школы будет все достаточно.